Акуна, что вообще, вот что от меня... Как, да, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Сами Пумба. Пошлите. Что вы хотите от меня нового услышать? Ничего нового от меня вы не услышите. Только серия началась, он уже здесь. Слышь, ты! Друг! Хватит! Остановитесь! Где я? Блять! Ты что, дурак, что ли? Ты если умер, так умри! А не умер, так живи! Пропуск. Какой? Ты чё, дурак? Ты что ли кашляешь? Как ты кашляешь-то? Ты мертв. Ты кашляешь? Прекрасно. Блять. Меня достают то, что эти двери... Я не виноват. Я тут ни при чем. Я не виноват. Я ни при чем. Это ж не моя вина. То, что он умер. Скажите ведь. Скажите, пожалуйста, что это не моя вина. Не хочу себя чувствовать виноватым. Зато мы осмотрелись, а чего у него есть. Ебать, ты рядом? Чего? Бля, да вы что, прихерели, что ли? Ой-ой. Ну, возьмем его жетон, чего тогда? Здравствуй. Привет. Пошел ты в жопу. Ну я... Нифига себе, я уже убил человека опять. Не желая того. Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой-ой, какой ты добрый-то хороший друг человек. Чужой друг человека. Иди отсюда нахрен. Погуляй где-нибудь. Вообще чужой должен помогать мне. Я, между прочим, этот... Владею силой чужого. Иди отсюда. Иди отсюда. У меня вообще все игры про чужого, вы заметили, да? Все, что связано с чужим. Не родные вы мне все какие-то. Юродивые. Да мать твою, иди ты. Я еще не знаю, у меня что-то в наушниках там громко. Кстати, может потише чуть сделать, сейчас минут, погодите. Вот. Наверное, так получше будет. Теперь ни хрена не слышно. Вот так, наверное, получше. Я ору, наверное, вы там охреневаете, говорите. Че ты так орешь-то? Ты вернулся, что ли? А он где-то ползает опять. Ползай, ползай. Ты что, здесь, что ли? Да ты достал меня уже. Бля, давай быстрее. Ну, да... Да ты ебану... Да ты ебанулась, что ли? Сука. Что за херня?
Оно не работает. Ну? Слава богу, тут их сработало. Блять, больше ничего тут нет? Ну хотя бы топливо. И давайте почитаем. Я сломал там, вы видели, да? Так, Кларк умер. Джейсон, Кларк погиб, когда я его последний раз видел, он пытался соорудить из подручного хлама взрывное устройство для самообороны. Я предупредил его, что надо быть осторожнее, но когда вернулся, с припасом видела следы от взрыва и кровавые шметки, теперь я осталась одна. Так что пойду к тебе, где ты? Элейн. Все. Никуда ходить уже не надо. Куда мне надо вообще? Я, если что, от него тут могу спрятаться, да? О, нормально. Хорошо придуман лаз. Прям вообще зашибись такой лаз. Так, он и отсюда может, да? Может, может. Он отовсюду может. Еба. Я уже его слышу. Пожалуйста, не пшикайте. Каждый пшик это лишняя хрена, хрен для меня. Потому что каждый звук он слышит. Поэтому любой пшик с вашей стороны это пшик в мою сторону. Вам понятно? Я изъяснился. Все это нормально? Мы вообще где? Я вообще уже где? Япона, мать. Да охренеть у вас тут. Кейптаун целый. Не знаю, к чему я вспомнил Кейптаун. Не-не, я тут пойду. Ну, кроме как вот... Два топлива. Клей тут, он клеем шнырял. Серьезно, последнее мгновение он провел с клеем. Какой молодец, а? Ну хотя бы на веселе такой, говорит, он чужой. Прикольно. О, пропуск. Это я молодец, это мне туда и надо? А, нет. Бля, заползай. Чу-ч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 у. Ты откуда? А, и фейс интерес. Это не он, да и насрать. Я вообще бесстрашен. Рид Рэнсом, представитель компании Сиксон. Он меня заклебал же. Вам образцы для исследования. Убедительно прошу соблюдать секретность и по возможности привлечь к этой задаче как можно меньше людей. О результатах сообщите лично мне. Если об этом узнает кто-то лишний, я позабочусь. Блять! В документации Джемини, знаете ли, полно белых пятен. Так что лучше сделайте, что я прошу. Награда вас не разочарует. Что это было? Что бы это ни было, я обосрался. Надеюсь, вы тоже. Кстати, надели наушники, давайте. Надеваем наушники и сидим в наушниках исключительно. Епона, мать. О, я сейчас дрогнул. О. Чё? А ну повтори. Ты это мне сейчас сказал? Ты кому это сказал? Бля. Да меня тут нет. Молчи, тварь. Сука, заткнись. Иди, иди отсюда. Давай, давай. Чё он там болтает-то? Что тебе надо? Иди нахрен!
Что тебе надо? Хреболтать, из-за тебя меня заметили. Я тебе отвечаю, это ты виноват. Ни хрена, он даже так палит. А тут тупик. А я такой думаю, хожу тут. Пройду дальше. Прошел. Ебать, нет! Это новый закон. Нет, ебать. Режь. Быстрее, ты можешь сама это делать без моей помощи. Вообще, в этот момент чужой не должен нападать. Я занят делом. Уэйтс, я дошла. Комплекс лабораторий может быть отделен от станции. Но для этого прекрасно. Нужно восстановить питание. Карта, ура. Я нашел карту, которая уже нахрен не нужна, по сути. И она мне что открыла? Правильно, вот эти, знаете, вот все, что тут. Ага, угу. Так что, лезь. Ебать, ты лезь. Да лезь ты. Пока, чужой. Налезть, захоронить ничего основной, по сути, не должен сделать, я надеюсь. Нифига себе, она какая позолотистая-то. Слушайте, надо ее будет украсть. Правильно хоть иду-то? Да вроде правильно. Мне бы топливо для огнемета теперь не помешало. Так. Ну да, мы где-то здесь. Надеюсь, это не будет включаться. Не хотелось бы. Мы куда-то в космос идем, по-моему. Ты... Я в курсе, что... Еще я в курсе, что мне надо будет туда пролезть. Ладно, давай подойдем. А, нет. Куда мне надо? Подать энергию в лабораторию. Пипец вообще. Самое интересное, у меня сейчас хватит, да? Нет, не хватит. Или когда я буду залазить, или вылазить. А это мы где? Что это такое за место вообще странное какое-то? Не особо мне понятное какое-то место. Тут что-то все сидели, на углу смотрели. Фу, вообще непонятное место. Я уж думал, это он. Тут темно, ни хрена не видно. Куда это шип мира? Здесь, я понял, здесь сидели прокаженные. По-другому это место не назвать. Сюда отсылали. За плохое поведение. Просто что-то еще нахрен можно делать, я даже не представляю. Мне куда? Мне туда, но я сейчас осмотрю сначала здесь все. Осмотрю. Так сказать, сначала надо себя обезопасить. Все, что можно осмотреть. Потом уже... Ну, ебать, там он лежит, этот, короче, живой. Ай-яй-яй, я вас искал. На меня искать не надо. Или как он там горит-то? Типа, ага, я вас нашел. Ну что-то такое, знаете. Япона, мать, тут светло. Восстановить подачу энергии. Ну я понял, что мне нужно энергию восстановить сначала. Ни хрена тут классно, круто. О-о-о. Там почти земля. А прикиньте, если бы это рядом с землей было, серьезно. Вот тогда да, тут прям надо призадуматься, нужно ли. Куда я иду? А, это я туда же иду, куда мне надо. Только с другой стороны. Ладно, давайте сначала мы подойдем к этому роботу. Убьем его. Пока эта тварь не ползает. Серьезно, потому что там вот что-то можно нажать. Сейчас мы узнаем, что это. Давай, ну давай, хватай меня. Ну. Алло. Блять, ты ебанулся, что ли, сейчас мне искать?
Где он теперь? Ты ебанутый, что ли, блин? Я знал, что он меня схватит, но вот... Когда я специально к главному подошел, он не стал меня искать. А теперь такой, а я вас искал. Сразу-то нельзя было схватить. Ну, я понял, это подло было. О, тут сохранение. О! Слушайте, так я нашел куда. Я сразу нашел сходу. Давайте сначала все тут... Прятаться тут можно? Можно. Шикарно. Слава богу. Аккумуляторы, шприцы. Чертежи тут есть какие-нибудь? Фига, как тут посветлело. Полз. Ползякала тварь. Боится? Сыт ведь меня, сыт. Чего могу сказать? Воу. Воу. У вас тут приятная, я смотрю. Приятная обстановка. Нет, я тут не пойду. Я по другой стороне. Пожалуй. Так, давайте перед этим. Бля! Погоди вылазить. Погоди. Тут, кстати, тоже огнемет был. Угу. Мне до этой штуковины добраться теперь. Ладно, давайте. Еба. Давай. Тихо, 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 тихо. Все, все, тихо. Спокойно. Есть. Был скачок напряжения. Теперь с пульта управления в центральной лаборатории подключите тамошние системы к Севастополю. Мы на вас надеемся. Ладно. Утечка опасных материалов. Каких материалов? Откройте шахту, пожалуйста. Так, куда мне надо? А, это куда идет? А, то есть если сюда мне... Или сюда, что ли? А, вот, все правильно, мы пойдем туда. Мы ползем, ползем, ползем. И все? А, нет. И все? Вы что-то прикалываете, что ли? Ну здесь же нарисован сквозной путь. Скотина. Так, ладно, тогда мне куда надо? А вон туда. А там вообще есть выход-то? А, мне налево, вот тут надо. Налево. Ладно, понял. Я понял. Я понял вас, чего еще быть может. Мне может непонятно быть совсем. Я все-то понял, что не понял. Я не хочу печалить вас ничем. Ну, это как бы не очень реально. А, во, ближе. Власть. Если что, пшикни мне в лицо. И нам вниз. Да. Спокойно, тихо, лаконично. Продвигаемся в центр. Ой. Топливо. Что? У меня уже даже топливо для огнемета начинает не лезть. А ничего тут нет. Ебать.
Что это за звуки-то? Все, слава богу, пропали, блин. Ни хрена ты светишь-то! Полегче, свети, пожалуйста. Ой. А что, двери открылись? Можешь, пожалуйста, закрыть обратно? А чё все двери-то на растопашку, э? Закрывайтесь, пожалуйста. Луиста. Обратно. Я тут смогу пролезть? Ага. Ага. Вроде никого нет. Ну я сейчас дождусь. Да ебать ты. О, впервые я такую делаю. Теперь крючочек на углу. Теперь вот эту недохрень. И вот эта хрень. Подтверждена утечка опасных материалов. Принято аварийное. Ой, с лаборатории выбраться. А куда мне надо? Я что-то заблудился. А, вот туда. Ой-ой-ой-ой-ой. Не получается сохранять спокойствие, серьезно. Я пытаюсь. Где он? Внимание! Просьба проследовать к ближайшему выходу. Сохраняйте спокойствие. Тетка, иди нахер. Че, он там долго будет стоять? Че, где он? О-о-о! Тебе надо, ты сохраняй. Внимание, просьба. Это сейчас будет пиц. Сохраняйте спокойствие. Давай ты хвостиком блюви отсюда. Спокойно, тихо. Я помню. Я лучше по шахте. Она хоть куда-то меня да приведет. Да, она как раз придет куда надо. Я тихонько, спокойненько. Вот тут иду. Воу! Вот он знает, короче, когда я наведу, когда я... Нет. Надо было молчать. О, здорово! Привет! Ну куда ты? Я тут! Ну, чё ты? Куда? Ну чё, он ушёл, вот обиделся, короче. Расстроился. Вау, это ж... Такое я не ждал. Чего? Какого? Вы не смеете! Что, блядь? Что происходит? Меня взорвали, что ли? Что? Какого хрена вакуум? Не вакуум, в смысле, невесомость. Я задыхаюсь. Вакуум. Воу! Как ты? Нога цела? Пожалуйста, пройдите к ближайшему.
Я в жопу. В смысле, чего они сделали-то? Какого хрена? Куда мне? Они чего, меня отцепили, что ли? В смысле, это что сейчас было? Я сейчас в космосе, что ли? Ну ладно, я помню, там на входе был скафандр, это я точно помню. Ну пиндец тебе, чувак. Пиндец тебе, друг, товарищ. Воу! Да. Мы выпущены в космос. Мы наш... Смотрите, как шатает. Я даже не знаю, пожалуйста, где он. Пройдите к ближайшему шлюзу. Иди нахер. Ждите дальнейших указаний. Иди нахер. Я тут. Здесь безопасно. Вот это я не зря сюда залез. Это я не зря. Понятно. Понятно, главное. В смысле, мне еще что-то надо сделать? А, там вон, с той стороны что-то. Нифига себе, я только что его увидел. Алло! Где? Ты где? Я тебя не вижу! Тупаешь-то. О, здорово. Привет. Ты как? Влазь. А нахер. Я передумал. Залазь. Залазь обратно. Что-то нехорошо мне сейчас было. Ой-ой. Закройся! Все нормально. Где? Ну я тебя слышу. Да? Давай ты уйдешь. Ни хрена там планеты-то пролетают. Я сейчас улечу вообще далеко. Прикольно тут вообще. Планет вон сколько тут. Красивых. А, это спутники. Зашибись, чё? Посмотрим, о, как растет ты там. Все, уполз. Пожалуйста, скажи, что да. Потому что мы тут сейчас с тобой можем кривулять вообще долго еще и прелестно. Нажми. Идет в раунд. Да пиздец, короче, я здесь посижу. Я... Воу. Ты где? Я здесь посижу. Чего она орать-то начала, блин? Я понял, это мне в мучение, то что... Где он?
Где-то ходит. Я из-за музыки никогда не слышу. Заткнись! Блять, он вот уходил на какое-то время, да. И я проворонил за музыки и за всего. Я отвечаю, если я вылезу, я прям на него напорюсь просто. Вау. Что было? Это хвост, что ли, от него или чего? Чё, хватай быстрее чего-нибудь-то. Что произошло? Мне сейчас с ним, что ли, драться? Меня же сошли выше, не отдайте! Как я не сломался, а? Твою мать, это еще не все. Воу, ну ты Рипли вообще герой. Рипли, да ты мужик. Я сейчас, кстати, ничего не делаю, если что. Ну Рипли дает. Ну, Рипли, это ща было круто. Одного чужого мы отправили нахрен. Учитывая, сколько он переубивал и сколько я видел на лице сидело, сколько тварей, тут должно быть еще, ну, штук 50 так, наверное. Потому что, как вы помните, по чужому один корабль, и там до хрена людей, которые... Не, мы в следующей серии. Погодите, все, отделение от станции в следующей серии, да? До новых встреч на канале. Это должно просто нравиться, это заслуживает и комментариев, и подписки, и этих, скажите. Делиться обязательно, и лайка. Все, мы молодцы. До новых встреч на канале. Всего вам хорошего. Пока.